А уже он начал делать движение, и я уже начинаю теряться. Если у меня будет бессвязная речь, простите меня, пожалуйста. Ой, как приятно вообще не передать вам. После этого, я знаю, он бы двинул бы на себя, и уже начались бы другие движения. Эротический массаж ягодиц. Я такую классную тему придумала. На самом деле, то, что мы сейчас покажем, то же самое, 100%, можно делать, в том числе и мужчине. Но я подумала, что на мне показывать эффективнее. Особенно в исполнении моего мужа. Не поверите, но ягодицы являются второй по значимости эрогенной зоной после женской груди. И чаще всего женщины, отмечая наиболее чувствительную зону, выбирают либо грудь, либо ягодицы. И мужчины очень много теряют, если упускают ласку этой области. Ведь всегда можно сказать: давай я тебе просто-напросто помну жопку. Ну какая женщина откажется от этого удовольствия? Берите побольше масла. Мое любимое масло – это смазка для секса. Адацолуинит продается в моем интернет-магазине fedorov-shop.ru. И уже он начал делать движение, и я уже начинаю теряться. Если у меня будет бессвязная речь, простите меня, пожалуйста. Ну что ж, приступим. Первое движение делай, а я буду комментировать. О! Первое движение – просто легкие поглаживания, причем с акцентом вверх. Не поверите, но самый большой секрет эротического массажа ягодиц – это если вы не лезете сразу же ласкать клитор и не лезете в область гениталий. Потому что сама ягодица по себе является очень сильной эрогенной зоной. И массируя эту область, мужчины могут добиться такого яркого возбуждения оргазма, которого ранее женщина никогда не испытывала. Вот. Одно движение начинается с области подколенных. Чё, как правильно говорить, даже забыла. Ой, и заканчивается в верхней части ягодиц. Ну, а сейчас он делает такие скручивающие движения. То есть располагает ладонь на ягодицы и подкручивает. Да. Это тоже было из арсенала моего мужа, когда он меня активно очень соблазнял. И, кстати, соблазнил 100% вот этим вот массажем. Это сейчас честно, даже без преувеличения. Так. Да, такое движение двумя руками с перебором. Правая, левая, с небольшим захватом ягодиц. Ой, как приятно вообще не передать вам словами. Ну, а если бы он еще это делал не по одежде, а без одежды с маслом, как должно быть, это было бы вообще суперсказочно. Но я вам открою секрет. И по одежде это очень приятно. Кстати, я не помню, чтобы мне когда-нибудь муж делал по одежде этот массаж. Это какой-то очень новый, классный эксперимент. Ой. И я теперь буду все время говорить, что у меня с жопкой что-то случилось. В любой одежде подставлять попу, да. А я сегодня в ванную упала, между прочим. Вот теперь у меня все там болит, надо массировать обязательно. Поскользнулась. Да, кстати, чуть череп не раскроила. Вот. Ой, да, техника фантастическая. Вот, особенно мне нравится то, как он большим пальцем нажимает незаметно в области промежности. Вот. Ну, то есть он все равно подбирается туда потихонечку. То есть это только кажется, что он только жопку массирует, а на самом деле у него есть большой шаловливый пальчик, который находится прям совсем рядом. Если бы я была без одежды, он бы уже там прям совсем рядом был бы.
Ой, сказочно приятно. Такие круговые движения. Ой, поверьте, далеко не у всех мужчин такое терпение. Мужчины очень любят какие-нибудь приемы, вжик-вжик, и чтобы сразу можно было войти. Забывая о том, что женщинам нужно в среднем 20 минут на то, чтобы возбудиться и на то, чтобы настроиться на секс. Ой, как приятно. Ну, это круговые движения, плюс он сжимает чуть-чуть ягодички. Так, это подкрут, наверное, называется сжимом. Приворотное движение 100%. Если такое сделать женщине, она не уйдет от вас никуда, никогда вообще. Она, может быть, и хотела бы уйти, но жопка говорит: нет, останься на месте и никуда не уходи. Ой, как классно, как приятно. Ой, просто сказочно. Ой, ну вот это вот потрясти, потелебонькать, тоже очень приятно расслабляет. Ой. Постукивания легкие, которые говорят о том, что массаж уже заканчивается, я прекрасно знаю. После этого я знаю, он бы двинул бы на себя, и уже начались бы другие движения, которые мы, к сожалению, на YouTube показывать, ну уж прям вот совсем точно не можем. Не забудьте подписаться, обязательно поставьте лайк, я думаю, что мы заслужили это, и пишите в комментариях, хотели бы вы привлечь в вашу жизнь такой массаж. Задавайте вопросы, и мы с радостью и удовольствием вам на них ответим. И отправьте этот ролик, пожалуйста, 10 своим подругам и 10 своим друзьям. Пусть и они точно знают, как качественно соблазнять, как дарить удовольствие друг другу и разнообразить вашу сексуальную жизнь. Ведь секрет не только в классном, качественном сексе, но и в крутой прелюдии.